Большой-большой всем привет, всем-всем-всем моим подписчикам, всем, кто меня впервые видит. Меня зовут Таня, и это видео будет обещанное видео про мои уходовые средства корейской косметики от фирмы Досаем. Вот это средство я тоже прям очень-очень обожаю. Девчонки, если вам 25+, я вам прям настоятельно рекомендую попробовать эту пенку. Она реально очень крутая. Производитель обещает, конечно, очень-очень много всего. Описание было просто прям умопомрачительное. Сейчас я вам прочитаю. Не сказала я, кстати говоря, герой романа-то кто у нас? Это пенка для умывания с ферментированными бобами от фирмы Досаем. В состав этого средства входит экстракт зеленого гороха, он ускоряет синтез собственного коллагена, также содержит ферментированные бобы, ниацинамид, который способствует клеточному обновлению кожи, усиливает барьерную функцию кожи, повышает кожный иммунитет, содержит коллаген, эластин, витамин Е. Может это средство использоваться как средство для ежедневного очищения кожи, так и для снятия макияжа. И я подтверждаю, девочки, это самая-самая лучшая пенка, которая у меня была. Ну и это действительно самая лучшая умывашка, самое лучшее очищающее средство, которое у меня было. Во-первых, ну аромат, очень приятный, ненавязчивый аромат. Во-вторых, пенка очень-очень плотная, густая, такая вот, такую субстанцию представляет собой, но это никак не пенка в нашем обычном представлении. Таких пенок у меня тоже никогда не было. Она немножко зеленовато-жемчужного цвета, очень плохо пенится на руке и на лице, но есть специальные мочалки, продаются вспенивателя, которые как раз создают огромную-огромную шапку, и зато маленькой-маленькой горошинки создается огромная шапка. Но то, что она плохо пенится, она никак на качество смывки не влияет. Даже макияж я ей смываю без проблем, она снимает даже какой-то очень-очень такой стойкий, сильный, яркий макияж. Но сейчас я уже перестала смывать макияж этим средством, мне как-то даже жалко. Я сначала макияж снимаю мицеллярным раствором, а потом уже умываюсь этим гелем, этой пенкой. И по утрам я тоже умываюсь всегда вот этим средством. Так как я сказала, оно не пенится, оно немножко такое скользящее ощущение. И первый раз у меня как раз был очень-очень яркий макияж, и я думаю, дай-ка я устрою тест-драйв. Взяла небольшое количество средства, распределила по руке и начала умываться просто под теплой водой. У меня вот примерно вот такой же и раскрас, наверное, был боевой. И я умываюсь, смотрю, открываю глаза, смотрю в зеркало, и я просто в шоке. И муж у меня спрашивает: Тань, что случилось? И я тут понимаю, что я это слово сказала просто вслух. Я сказала: охренеть, потому что подобного средства у меня реально не было. Оно офигенно сняло мне в тот вечер макияж, и после этого я все время снимала макияжем, поэтому видите у меня сколько его израсходовалось, теперь мне его жалко. Вот, и маленькой горошинки мне достаточно, чтобы повседневную какую-то грязь смывать. Вот так я его и буду в дальнейшем использовать. После умывания вот этим средством нет вообще никакого чувства стянутости. Нет ощущения, конечно, такого скрипа, нет скрипучей такой кожи, но есть чувство очень глубокого, очень качественного увлажнения без чувства стянутости. Это очень приятное чувство, это очень приятное ощущение. Я уже к ним привыкла, и поэтому уже как бы для меня это является нормой. Ну, конечно, со всеми пенками и средствами, которыми я пользовалась ранее, а я даже пользовалась, знаете, как-то мне попадалась даже Дермалоджика, я пробовала, пользовалась Клоранс пенкой, я пользовалась Виши пенкой, и что же у меня еще было из таких относительно дорогих средств? Ну, они вообще ни в какое сравнение, девчонки, не идут вот с этой пенкой. Поэтому не могу не советовать, очень классное средство. Если вы не пробовали корейские умывашки, то обязательно попробуйте вот конкретно это средство. Я вам 100% советую, и я 100% уверена, что вам понравится. Следующее средство, которое я вам хочу показать и тоже посоветовать, если вы опять-таки тоже не сталкивались, никогда ничего не пробовали из корейской косметики, обязательно попробуйте, закажите себе. Тоже средство, которое придумали, по-моему, корейцы. Пилинг-скатка.
Корейцы не пользуются, азиатские девушки не пользуются обычными скрабами, которыми привыкли пользоваться мы. Они используют вот такие пилинги-скатки. Это пилинг-скатка тоже от фирмы Siam, Dasaim. Мягко скатывает мертвые клетки кожи, оставляет мягкую гладкую кожу с ровной структурой. Пилинг сохраняет увлажнение кожи, очищает мягко, не травмируя верхний слой эпидермиса. Пилинг воздействует на кератин, благодаря чему удаляются загрязнения с поверхности кожи, черные точки, омертвевшие частички кожи. И применение на сухое, небольшое количество на сухую кожу лица. Мягко помассируйте кругообразными движениями 2-3 минуты и затем тщательно смойте теплой водой. Могу, девочки, сказать, что все правильно написали по поводу средства, но как его применять, ни в коем случае его, вот именно это средство не наносите на сухую. Ну, первый раз можете попробовать, вы просто разочаруетесь, скажете, что за дурацкое средство. И откинете его в сторону. Как сделала бы я, если бы я не почитала в интернете, как его правильно нужно использовать. Его нужно использовать на слегка увлажненную кожу. Если нет под рукой термальной водички, просто наносите немножко водички, чтобы у вас кожа была слегка увлажнена. Не так, чтобы капельки прям с вас слетали, капли воды, но немножко увлажненная. Она нанесется очень-очень легко, имеет она кремово-гелевую консистенцию белого цвета. Наносится, распределяется очень легко. И почему не нужно наносить на сухую кожу? Потому что она мгновенно начнет у вас скатываться. Если кожа немножко будет увлажнена, она не будет сразу скатываться, и можно даже на минутку-две, вот я могу оставить ее как маску, чтобы кислоты проникли в более глубокие слои кожи, и потом только я начинаю массировать, и вот это средство начинает превращаться в такой пилинг, именно с такими частичками, и снимать верхний слой эпидермиса. Я даже не знаю, как это описать. Обязательно вставлю в видео и покажу, как оно превращается. И вот эти катышки, вводите этими катышками по лицу, и такой получается своеобразный скраб, но очень-очень щадящие и очень-очень мягкие. Следующие все средства, которые я сейчас вам покажу, будут из серии с экстрактом новозеландского льна. Я себе купила вот такой подарочный набор, такой мини-наборчик, который состоит из тонера, из крема и эмульсии. И как я в предыдущем своем видео про свой уход говорила, корейцы любят многоступенчатый уход, и моя кожа тоже полюбила такой уход. Очень классные все средства, очень легко впитываются, тонер имеет гелевую консистенцию. Конечно же, здесь производитель говорит, что он очень, вот это средство, все эти средства для интенсивного увлажнения, питания, успокоения кожи. Тоник содержит 92% экстракта новозеландского льна, питает, увлажняет кожу, смягчает, успокаивает. Опять-таки, я в предыдущем видео говорила, что тонер готовит кожу к следующей ступени, а именно нанесению эмульсии и эссенсии. Дальше, нежная эмульсия интенсивно увлажняет, питает, успокаивает кожу. Крем смягчает, увлажняет кожу, поддерживает ее естественный гидробаланс, защищает потери влаги, оказывает антиоксидантную защиту. И мне все эти средства очень понравились, очень. Что тонер, он очень экономичный, что эмульсия очень экономичная, что крем очень экономичный. И после очищения своей кожи обязательно я использую всегда теперь, пока не закончится, тонер, эмульсию, эссенсию, кстати говоря, вот она, сейчас я вам покажу. Это тоже из этой же серии с экстрактом новозеландского льна, но она какая-то более возрастная, видимо, она такого оранжевого цвета. И сейчас я прочитаю описание вот этого средства. Это эссенция укрепляющая, обладает успокаивающим, седативным, питательным эффектом, смягчает, увлажняет, минерализирует кожу, восстанавливает защитный механизм, активизирует обменные процессы, усиливает синтез эластина, коллагена, повышает иммунитет и антиоксидантный потенциал кожи. Здесь объем уже большой, 55 мл, это полноразмерная версия. Очень красиво, хорошо оформлена. Кстати, полноразмерная версия вот этих средств, они тоже так же очень красиво оформлены, как будто бы деревянная крышечка и здесь помпа.
Очень удобно, одного нажатия мне достаточно, чтобы распределить на все лицо. На глаза, кстати говоря, я тоже наношу, то есть на все лицо полностью везде все распределяю, и даже немножко на шею хватает. Очень приятный у них аромат, у всех очень-очень свежий. Они все имеют свойство как-то быстро впитываться и не оставлять на коже совершенно никакого чувства липкости. И дальше после всех этих этапов я еще наношу, иногда наношу, а иногда и не наношу. Вот такой вот крем. Это у меня уже второй пробник заканчивается. Это крем тоже из этой же серии. Крем укрепляющий, который тоже рассчитан на кожу 25+. Он очень-очень-очень плотный. Он, хотя распределяется довольно-таки легко. И очень, за счет того, что, видимо, он плотный, он очень экономичный. Прям маленькую-маленькую капельку нужно, чтобы распределить по коже вокруг глаз. Относительно нормальное такое средство, пока еще не поняла. Я не знаю, хочу я полную версию вот этого крема или нет. Вот если эти, я, скорее всего, еще закажу. Ну, посмотрим, посмотрим, может быть, еще что-то интересненькое появится. Но все эти средства, девочки, мне помогли вот добиться того эффекта, того результата, который у меня сейчас результат на лице и есть. Следующее, последнее, что у меня осталось, это осталась вот такая вот тушь. Она у меня подкручивающая. Тоже она от фирмы The Siam. У нее очень-очень прям классная щетка. Она небольшая и, о чудо, она не оставляет мне вот эти грязную такую полоску на верхнем веке. Этой туши не нужно ждать, пока она раскрасится. Она начинает сразу же классно красить. Она реально круто красит, но делает просто ультра такие черные ресницы. Классно накрашенные, классно прокрашенные. Очень, с очень удобной кисточкой. Но, девчонки, она не подкручивает. Зато огромнейший в нем плюс — это то, что не образует она вообще комочков. И в течение дня она не сыпется совершенно, вообще не сыпется. Мне очень-очень от природы такие прямые реснички, но она их не подкручивает, к сожалению. Посмотрим, как она будет себя вести в дальнейшем. Я ей пока еще пользуюсь не так давно, а не так долго. Это были все мои покупки. Это была вся моя корейская косметика от фирмы The Siam. Обратите внимание на эту фирму. Тоже почитайте обязательно отзывы, девчонки. Посмотрите видео других девочек, если они есть, я сомневаюсь, потому что фирма не очень пока популярная. Вот. И она, все эти средства стоят немного дешевле, чем Тони Моли, Мизон и прочие такие уже разрекламированные известные бренды. Про систему корейского ухода, про именно ступени эти я рассказывала в своем предыдущем видео об уходе за своей кожей. Поэтому, если вам интересно, как применять, с какой очередностью все эти эмульсии, маски, когда наносить там, когда пользоваться пенкой, когда маску нанести, когда эмульсию нанести, ну, обязательно посмотрите это видео. Это все, что я вам хотела сказать. Всем всего желаю самого-самого хорошего. С вами была Таня. Пока-пока!